как оценка? Высшая производительность мира. Ростелеком, генеральный партнер Федерации фигурного катания на коньках России, уже более 10 лет помогает нашим спортсменам достигать побед и делать невозможное возможным. Ростелеком. Технологии возможностей. Nikolai Gatze from Georgia. He was born in Tbilisi and trains in Moscow. It's his first season on the elite level, with a bronze in Volvo Cup in Riga and a victory at the Challenger in Graz. Роман Садовский, Канада. Чемпион Канады в мужском одиночном катании. Тренируется в Торонто. Для Романа выступление в Сочи станет вторым этапом серии Гран-при этого сезона. На скейт Канада он был 12-м. Роман Садовский from Canada is a national champion. His training base is in Toronto. This is his second appearance in Grand Prix this season after finishing 12th at Skate Canada. Кейдзи Танака, Япония. Опытный спортсмен из Японии, серебряный бронзовый призер национальных первенств. Участник Олимпийских игр, чемпионата мира и турнира четырех континентов. Keiji Tanaka, Japan. He is an experienced skater, silver and bronze medalist of national championships, participant of the Olympic Games, World Championships, and Four Continents Tournament. Брэндон Келли, Австралия. Многократный чемпион Австралии в мужском одиночном катании. Тренируется в Москве под руководством Елены Буяновой, Максима Завозина, Александра Успенского. В этом сезоне выступил на Кибрикорф Трофи, где стал 7-м. Брэндон Келли, Австралия, won a number of national championships. This season he was placed 7th at Nebelhorn Trophy. Марк Кондратюк, Россия. Тренируется в Москве под руководством Светланы Соколовской. Бронзовый призер чемпионата России. В этом сезоне стал бронзовым призером в турнире Небельхорн Трофи и завоевал серебро на челленджере мемориале Дениса Тена. Марк Кондратюк from Russia trains in Moscow with Светлана Соколовская. He is a bronze medalist of the Russian Championships. This season he got a bronze at Nebelhorn Trophy and a silver at Dennis Ten Memorial Challenger. Кадзуки Томона, Япония. Чемпион Японии среди юниоров 2016 года. Участник чемпионата мира, турнира четырех континентов, призер юниорского и взрослого этапа в серии Гран-при. В этом сезоне выступил на Гран-при в Италии, где стал 6-м. Кадзуки Томоно from Japan. He's a 12-2016 national junior champion, participant of World Championships, Four Continents Tournament. He won medals at Grand Prix and Junior Grand Prix. This season he was placed 6th at the Grand Prix in Italy. Уважаемые спортсмены, осталась минута до окончания разминки. Dear athletes, there is 1 minute left in this warm-up.
Итак, уважаемые спортсмены, ваша разминка окончена. Пожалуйста, покиньте лед. Gentlemen, your warm-up has ended. Please leave the ice. Дамы и господа, представитель Грузии. Ladies and gentlemen, representing Georgia, Ника Эгадзе. Ника Эгадзе, Грузия.
Оценки, пожалуйста. The scores, please. Ника Игадзе за короткую программу набирает 50.35. Ника Игадзе from Georgia has earned in the short program 50.35 points. Следующий на лед приглашается представитель Канады. Next to skate, representing Canada, Roman Sadowski. Роман Садовский, Канада.
Оценки, пожалуйста. The scores, please. Роман Садовский за короткую программу набирает 84,59 с лучшим результатом сезона. На данный момент это первое место. Роман Садовский из Канады has earned in the short program 84.59 points. That's his new season's best, which brings him currently in the first place. Следующим на лед приглашается представитель Японии. Next is Kate, representing Japan, Keiji Tanaka. Кейджи Танака, Япония.
Оценки, пожалуйста. The scores, please. За короткую программу Кенджи Танака набирает 76,69. На данный момент это второе место. Кенджи Танака has earned in the short program 76.69 points, which brings him currently in the second place. Следующий налет приглашается представитель Австралии. Next to skate, representing Australia, Brandon Carey. Австралия. Thank you.
Оценки, пожалуйста. The scores, please. За короткую программу Брэндон Керри набирает 80.48. На данный момент это второе место. Brandon Carey, Australia, has earned in the short program 80.48 points, which brings him currently in the second place. Следующим на лед приглашается представитель России. Next skate, representing Russia, Mark Kondratyuk. Марк Кондратюк, Россия.
Оценьте, пожалуйста. The scores, please. Марк Кондратюк за короткую программу набирает 74,16. На данный момент это четвертое место. Марк Кондратюк from Russia has earned in the short program 74.16 points, which brings him currently in the fourth place. Следующим на лед приглашается представитель Японии. Next to skate, representing Japan, Кадзуки Томоно. Кадзуки Томоно, Япония.
Оценки, пожалуйста. Scores, please. За короткую программу Кадзуки Тамона набирает 95,81 сотая с новым персональным рекордом сезона. На данный момент это первое место. Кадзуки Тамона has earned in the short program 95.81 points, which is his new season's best, and it brings him currently in the first place. Следующие спортсмены приглашаются на лед для 6-минутной разминки. The following competitors may now take the ice for their warm-up. Из Чехии. From the Czech Republic, Michal Brzezina. From the USA, Camden Pulkinen. From Russia, Yevgeny Semenenko. From Russia, Mikhail Kalida. From Georgia, Moritz Kvitelashvili. Из Италии. From Italy, Matteo Rizzo. Уважаемые спортсмены, вам разрешена ледовая разминка. You have 6 minutes for your warm-up. Михал Джерсина, Чехия. Многократный чемпион Чехии в мужском одиночном катании. Бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2009 года. На своем первом гран-при сезона Skate America занял 6-е место. Михал Джерсина from the Czech Republic is the holder of numerous national championship titles. He's a bronze medalist of the 2013 European Championships, and he also won the World Junior Silver in 2009. This season he took the 6th place at Skate America. Кэмден Пулкинен, США. Победитель призов национальных первенств среди юниоров. Участник юниорских чемпионатов мира, турнира 4 континентов. Camden Pulkinen from the USA is the winner and medalist of National Junior Championships and a participant of Junior World Championships and 4 Continents Tournament. Евгений Семененко, Россия. Ученик Татьяны и Алексея Мишиных, чемпион России среди юниоров. В прошлом сезоне дебютировал на чемпионате мира в Стокгольме, где занял 8-е место. В нынешнем сезоне на своем первом взрослом гран-при в Канаде завоевал бронзовую медаль. Евгений Семененко from Russia. His coaches are Татьяна and Алексей Мишин, Russian junior champion. Last year, he made his debut at the World Championships in Stockholm and placed 8th. He took a bronze at this first Grand Prix in Canada. Михаил Калида, Россия. Серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире. Бронзовый призер чемпионата мира и чемпионатов Европы. Многократный чемпион России. Первый российский фигурист, кто исполнил четверной лут на официальных соревнованиях в 2017 году на турнире Ондрей Непала.
тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина и Татьяны Прокофьевой. Михаил Калида from Russia is an Olympic silver medalist in team competition. He's a bronze medalist of World and European Championships. His coaches in St. Petersburg are Alexey Mishin and Tatiana Prokofieva. Морис Виталашвили, Грузия. Морис Виталашвили, ученик Эдери Тбилиси. Морис стал первым грузинским фигуристом, который завоевал медаль на этапах серии Гран-при. Морис – первый грузинский фигурист, который поднялся на пьедестал чемпионата Европы. Морис Виталашвили from Georgia is a student of Eteri Tuperidze and is the first Georgian skater to win a medal at a Grand Prix tournament and at the European Championships. Матео Рицца, Италия. Матео – победитель многократный серебряный призер чемпионатов Италии, бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года. На своем первом гран-при сезона в Японии занял 5-е место, обновив личный рекорд по произвольной программе. Matteo Rizzo from Italy is the winner and multi-time silver medalist of Italian championships. He is also a 2019 European bronze medalist. This season he ranked 5th at the Grand Prix in Japan while beating his personal record in free skating. Уважаемые спортсмены, осталась 1 минута до окончания разминки. Gentlemen, there is 1 minute left in this warm-up. Уважаемые спортсмены, ваша разминка окончена. Пожалуйста, покиньте лед. Gentlemen, your warm-up has ended. Please leave the ice. Дамы и господа, представитель Чехии. Ladies and gentlemen, from the Czech Republic, Michal Jezina.
Michal Žizina, Čechia. Чистина за короткую программу набирает. The scores, please. Михаил Чистина за короткую программу набирает 82,31, что является лучшим результатом сезона. На данный момент это третье место. Michal Žizina from the Czech Republic has earned in the short program 82.31 points, which brings him currently in the third place with his new season's best. Следующим на лёд приглашается представитель США. Next to skate, representing the USA, Camden Pulkkinen.
Кэмден Пулкинен, США. Yeah.
Евгений Семененко, Россия. Оценки, пожалуйста. This course, please. Евгений Семененко за короткую программу набирает 81,00 балла. На данный момент это пятое место. Евгений Семененко, Russia, has earned in the short program 81 points, which brings him currently in the fifth place. Следующий в налет приглашается представитель России. Next to skate, representing Russia, Михаил Толеда.
Михаил Калидан, Россия. Михаил Калида за короткую программу набирает 84,48. На данный момент это третье место. Михаил Калида, Russia, has earned in the short program 84.48 points, which brings him currently in the third place. Следующим на лёд приглашается представитель Грузии. Next to skate, representing Georgia, Boris Vitalashvili. Thank you.
Борис Гелашвили, Грузия. Оценки, пожалуйста. The scores, please. Морис Квиталашвили за короткую программу набирает 95,37, что является лучшим результатом сезона. На данный момент это второе место. Морис Квиталашвили from Georgia has earned in the short program 95.37 points, which is his new season's best, which brings him currently in the second place. Следующим на лёд приглашается представитель Италии. Next to skate, representing Italy, Matteo Rizzo. Ma ti prego lasciami perdere dentro l'acqua del mare.
siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per questo round sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori. Ti conviene non fare più errori, ti conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, non li prendo a calci sti bottoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori. Ma sono fuori. Matteo Rizzo, Italia. Оценки, пожалуйста. Disposal, please. Матео Риццо за короткую программу набирает 77,45. На данный момент это 9-е место. Матео Риццо from Italy has earned in the short program 77.45 points, which brings him currently in the 9th place. Итак, выступления мужчин в коротких программах закончились. Соревнования продолжат выступления танцевальных пар в ритм танца. 15:30. This concludes the men's short program competition. The next event is ice dance, rhythm dance. It will start at 3:30 p.m. Итак, внимание, объявляется перерыв для подготовки льда. Соревнования продолжатся в 15:00.